Новый цех промышленных уплотнений открылся на Барнаульском заводе автоформованных термостойких изделий. Современное производство позволит расширить ассортимент продукции и выйти на новые рынки сбыта. 3, 2, 1. В новом цехе производят спирально-навитые прокладки. Такая продукция более устойчива к высоким температурам и давлению, имеет длительный срок эксплуатации и более экологична. Сегодня на подобный вид материалов перешли практически все российские нефтегазовые предприятия. Мы частично опытно-промышленные партии уже начали поставлять. Мы, безусловно, мы рассчитываем, что мы будем поставлять не только по территории России, стран СНГ, мы планируем выходить на европейские и мировые рынки. Предприятие выпускает листовой прокладочный материал и фланцевые уплотнения. Запуск нового производства позволит увеличить объем выпускаемой продукции. К 2024 году планируют увеличить объемы. До 250 миллионов они увеличат объемы производства. А за счет этого увеличивается, создадут 40 рабочих мест, увеличат платежи в бюджет и улучшит экономику. Обеспечит стабильность работы предприятия, раз. Он обеспечит предприятию выход на новые рынки, то есть они сегодня получили новую продукцию. На производстве используют только современные материалы. Для реализации таких масштабных проектов руководство завода использует региональные меры поддержки. Я бы особо отметил, что продукция, которая выпускается на заводе, она глобально конкурентоспособна. Это принципиально важно, потому что все новые предприятия, которые открываются, они требуют больших инвестиций, усилий, как интеллектуальных, так и финансовых. И важно, чтобы они выпускали продукцию, которая будет глобально конкурентоспособна и таким образом долгосрочно сможет быть востребована.